Ты знаешь уже, наверное, то, что я очень симпатизирую модели дутиков. Я тебе же уже рассказывала, что они всегда были очень популярны, но в этом году они вернулись на подиумы, и все совершенно лидирующие бренды выпустили в своих коллекциях обязательно дутики в этом году. Поэтому этот выбор не просто удобный и комфортный, это выбор еще и модный. Мне очень нравятся дутики, это мое спасение на прогулках с детьми, когда вот хочется максимального комфорта, максимального погружения в сугробы, тогда я выбираю для себя дутики. И белый цвет, даже есть серый цвет. Дальше у нас есть темно-синий цвет. Угу. У нас есть черный с белой подошвой, угу, и черный с черной подошвой. То есть выбор на самом деле просто прекрасный. Но это еще не все цвета, которые у нас есть. Мы еще позже покажем еще один цвет на нашей Жене. Ага, о, у Жени потрясающий цвет, поэтому оставайтесь с нами. Друзья, давайте выберем размер срочно. Размеры у нас от 36 до 41. Скажи, пожалуйста, как нужно выбирать все-таки зимнюю обувь? Как ты рекомендуешь? Оля, эти дутики выбираем на размер больше. Вот тогда они как раз подарят и тепло, и комфорт для наших ног. Знаешь, хочу обратить внимание, что у нас еще и полнота здесь увеличенная. Оль, 8. То есть девушки, у кого ножка проблемная, кому трудно подобрать обувь, а обратите внимание на эти дутики, потому что 8 увеличенная полнота – это как раз вот то, что подарит комфорт именно вашим ножкам. Ну что ж, друзья, если вы выбираете для себя комфорт, звоните прямо сейчас. Выберем все-таки на размер побольше, чтобы почувствовать максимальный комфорт. А вот у меня еще такой вопрос. Ну вот если мы возьмем наши дутики и постоим, ну, час-два на морозе, сколько все-таки градусов выдерживают стабильно наши дутики? Оль, минус 20 градусов. Ага. Наши дутики выдержат, нашей ноге будет очень тепло. Как раз за счет очень густого эко-меха, который у нас внутри. И вот ты знаешь, я хочу обратить внимание именно на высоту, именно на густоту. Посмотри, мои пальцы просто утопают. И я вот хочу, знаешь, тебе рассказать, очень приятно погружаться в этот эко-мех. Я прям чувствую, как он обволакивает каждый мой пальчик. И вот, ты знаешь, я вот уже трогаю, уже греть, уже теплоотдача от него идет. Ну, густой какой, без проплешин всяких, поэтому вот так. Слушай, а скажи, пожалуйста, тут везде белый мех или, может быть, в каждом цвете по-разному? Давай посмотрим. Оль, в каждом цвете у нас по-разному. Ага. То есть наши дутики, если они серые, то там будет серый мех, очень красивый, очень приятный. И вот ты посмотри, он такой же густой. А как он переливается? На самом деле, Оль, переливается точно так же, как переливается натуральный мех. Вот технологии, конечно, раньше таких эко-мехов не было. Раньше были синтетические меха, которые, конечно, не согревали. Сейчас эко-мех – это высокотехнологичное произведение науки с добавлением натуральной шерсти, которая будет нас идеально греть. И мало того, еще и терморегуляция великолепна. То есть воздухообмен присутствует. Например, в помещении ножки не будет жарко, а вот когда вы находитесь на морозе, будет как раз греть он. Уже интересно посмотреть, какие цвета для себя выбирают наши красавицы-модели. Смотрите, еще появляется синий с белой подошвой и... Самый классный цвет, повышающий настроение, это розовый оттенок. Кстати, мой вам совет. Смотрите, 36-й размер у нас есть в наличии, поэтому возьмите, например, розовые для доченьки, для внученьки. Маленькие размеры есть в наличии. Приобретайте и для себя, и для всей своей семьи, и гуляйте подольше на улице, ведь минус 20 градусов выдерживают наши сапожки. Да, минус 20 градусов они выдержат, подарят нам тепло. А значит, что мне еще нравится? Ну, мало того, что, как я уже сказала, дутики – это модель модная. Наши дизайнеры нам еще подарили и блеск. Ты видишь, как сверкают они благодаря стразам, которыми просто усыпано голенище. Вот ты знаешь, мне это очень нравится на самом деле. Казалось бы, повседневная модель, а сколько нарядности, как блестят у девчонок на ножках вот эти наши стразы. Очень красиво. Причем, посмотри, они блестят везде по-разному. Вот на сером цвете. Причем, знаешь, вот блеск такой, он благородный, он его не слишком много, он очень красивый. Ты представляешь, вот если гулять по белому искрящемуся снежку, и вот эти стразы, как они будут сверкать вместе со снегом. Потрясающе! Я вообще фанат блеска, я обожаю все блестящее, поэтому когда и в обуви представляется возможность выбрать блеск, я просто счастлива. Чудесный, привлекательный дизайн со стразами. Дутики, которые внутри все абсолютно пронизаны мехом. Минус 20 20 градусов они выдержат. И еще вот такой вопрос. Не будет ли нога, туда не будет просачиваться ли вода? Потому что бывает такое, знаешь, вот схлякотная зима, наступил в лужицу, все. Все, вот, ножки да, Оль, ты знаешь, самое время поговорить о качестве. Знаешь, что нам дает полную герметичность этих дутиков, Лорейна? И это нам дает литьевой метод крепления подошвы. На самом деле, это самый прогрессивный и самый качественный метод. Знаешь, что он означает? Это означает монолитное соединение верха обуви с низом. А значит, ни одна капля воды не просочится внутрь. А знаешь, еще литье чем хорошо очень, вот за что я его люблю? Облегчает конструкцию обуви, то есть наши дутики очень легкие, они не будут тянуть нас к земле. Наши ножки будут очень легко в них бегать. Здорово, да, вот бывает такая зимняя обувь, которая, знаешь, тяжелая. И так на себя тулуп наденешь, там, да, или дубленку, она тяжелая. И тут еще и ноги оторвать от земли невозможно. Это, конечно, все неприятно. Наши дутики, они, как знаете, надувные, легкие-легкие, но теплые-теплые. И еще размеры до 41, но берем мы на размер побольше, правильно? Берем на размер побольше, точно, Оль. И знаешь, что мне еще очень нравится? Вот сейчас очень видно, нам девчонки демонстрируют, что в этих сапогах очень удобный мыс. Очень часто, как у нас случается, мы покупаем себе сапожки или даже ботинки, не можем понять, почему дискомфортно. А я сейчас объясню. Потому что неправильный мыс. Первое, это узкий мысок. Что он с нами делает? У нас пальчики буквально лежат друг на друге. Естественно, и кровообращение прерывается, еще и пальцы на самом деле деформируются. А в наших дутиках, Лорейна, что происходит? Посмотри, Оль, пальцы лежат буквально отдельно друг от друга. А это значит, что они не деформируются. Это значит здоровье пальцев. А самое главное, это значит тепло зимой. Сколько бы мы ни ходили, нам будет тепло, потому что кровообращение у нас в таких мысках сохраняется. Ну что ж, друзья, выбирайте для себя блестящие дутики в прямом смысле этого слова. Качественные, красивые и доступные.